В субботу, 19 января, в Сергиево-Посадском районе прошел первый в 2019 году единый день диспансеризации. Здоровье проверили 270 жителей района, 202 женщины и 68 мужчин. Единые дни диспансеризации проходят по субботам каждый месяц, ближайшая дата 16 февраля. Также проверить здоровье можно в будние дни. Диспансеризацию могут пройти люди старше 21 года, чей возраст делится на 3. В прошлом году в Сергиево-Посадском районе медицинское обследование прошли около 33 тысяч человек. Из них более 20 тысяч направили на дальнейшее обследование и лечение.